Всем привет, с вами Саня и Миха. И мы начинаем Half-Life DeSay. Да, и... мы начинаем Half-Life DeSay. В общем, что это за игра? Это порт с PlayStation 2 на ПК. Которая, наверное, если я не ошибаюсь, вышла в 2002 году. На PlayStation 2 самой. Что еще скажешь? Смотри, все рушится у них. Тихо. Как видите, это любительская озвучка. Как в Half-Life 1 тоже есть такая озвучка. Это, по-моему, Фаргус, не? Фаргус переводили. Не знаю. Вроде как дела? А. Да ладно. О, так же Фриман! Это же Гордон Фриман! А чё за здоровяк? Стивен Бах. Одно? Не больше? Считаю. Раз. Все пропало, нет. Все, иди. Все, его увольняем. Уволен. Ну чё? А чё отложить на потом? А чё отложить на потом? А мы... Давай я с ним поговорю. А ты что скажешь? Чё? Давай ты. Нет, ля-ля-ля-ля. Поговори с ним. Он не хочет с тобой болтать, он отложит это дело на потом со мной, а с тобой в кино сходит. Всё нормально. Не хочу. Привет! Тихо! Все? Так ты нам включил, не? Разве ты не должен? Он сказал, разве ты не должен? Ты не должен! Открой дверь, падла! Дверь открой! Давай быстрей! 3 часа ходит, там что-то ковыряется. О, наконец-то! Ух ты! Ух ты! Блин, а Свен Коп напоминает. Ну да. А почему ты так руку вверх держишь, как будто ты кофе несешь? Не знаю. Секретарша, кофе, пожалуйста. Хай вам. А не кофе. Так. А, кто заходит? Я зайду. Я первый. А, ну иди. Все, поздно, поздно. Мне все веселье. Крыса теперь, ты крыса. Пустите. Словили крысу. Пустите. Словили мы крысу. Сейчас вторую запустим. Че он там застрял-то? Ой. Тише, тише. Не двигаемся. Сканирование завершено. Так, ну выйди от меня. Сканирование завершено. Сканирование как в Doom 3. А кто вышел первый, Doom 3 или это? Я не помню что-то. Не знаю. Кто у кого взял идейку? Кстати, в Doom 3 есть кооператив на Xbox вроде бы только. Эксклюзив. Я не знаю. А, ну может с плескрином, скорее всего. Давай с ним поговорим. Давай. Комната для опытов. Вы что, крыса тебе, что ли? Будет исследовать женскую грудь. О, давай. Давай. Говори ты тебе. Говори, говори. Да они какие-то все одинаковые. Они не хотят ни болтать, ни дела, ни... О, смотри. О, это старые знакомые. Старые знакомые. Так, тут картинки меняются, я всегда работай, в Half-Life смотрел отчёт. Работай умно, работай сохранённо. Будущее. О, так это же с Half-Life первый. О, смотри, они за руки держатся. Саксесс — это типа удача. Вот это вот картинка меня прикалывает. А это робот, робот охрененный. Мне этот робот вообще, Знаешь, раньше увлекал там. Потому что у меня столько полигонов было, он такой графичный был вообще просто. О, бригада. Ту-т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 у. О, мужик. Мужик. Смотри, смотри, время смотрит. Привет! Им анимации добавили. А, смотри, чешет, смотри, чешет. Такие, прикинь, на него такие две девушки смотрят, он такой... Смотри на него внимательно. Почему на него сверху это... Смотри, он застрял. Иисус. Ладно, пошли. Он, по-моему, святой, я не знаю. У него там чудеса происходят. Заходит. Где? Подожди, тут же, по-моему, этот... А вот там. Джимен, по-моему, должен. А вот, да-да-да, сверху Джимен. Пасхалочка небольшая должна быть. О! Джимен. Давай посмотрим, куда он пустится. А да-да-да, кстати. Поехал. Вдруг он упадет и разобьется нахрен. А может он к Фриману... Смотри. У него ноги провалились, по-моему. Все, без ноги. Зашибись. А тут, походу, музыки, кстати, нет. Если не будет, то я вставлю какую-нибудь. А что, разве нету там? Скафлафи. Если не будет в следующих картах, я буду вставлять приколы с Half-Life. Это как-то надо знать, какие места там, а может... Не, я буду с Half-Life оригинал вставлять, если не будет.
Но надо же места какие-то вставлять, не обязательно это же. Ой. Я знаю. Так. Не хочу с тобой. Все они от... Привет. Потом... Как дела? Кстати, а у тебя тоже текстурки прогружаются так это, ну, вдалеке? Бывает. Как будто не тянет комп. И поэтому прогружают текстурки. О, здорово, мужик. Здравствуйте, здравствуйте. Тихо, тихо, тихо. Доктор Фриман, ну как обычно, доктор Фриман, кстати, опаздывает. Осмотримся. О, кресло! Я думал, я застрял. Не буду больше. Не. О, здорово, мужик. Это же Фриман, похож, кстати. Это нет, это Рот... Нет, это Розенберг. Хотел сказать Розенберг, блин. Куда ты поехал? Куда ты поехал? Тихо, спаси! Тихо, подожди. Что они говорят-то хоть? Тихо. Послушай, озвучь. Ну и озвучка. Ну, Фаргус, пойму Фаргус. Тихо. Смотрю, у него очко разбито. Одно. Ты куда? Обиделся. Ну хоть чё, пошли? Я хочу. О, дай посмотрю, как это... Присядь. Ты меня так не пугай. Присядь. Ай. Ладно, я пошел. Так. Я читал, что тут очень опасно, надо переключать персонажей, так что будем с этим поосторожней. Ну чё там, заходи давай. Или я должен зайти? Вдвоем! Нет! Нет! А это... Ты... Блин! А дверь откройте! О, молодец! А, я понял, что я испугался, потому... Всё, я пошел в всю дверь. О, Саня, я так испугался, блин. Он сейчас игра опять лаганула что-нибудь, блин. Потому что эта игра очень лаганутая бывает. Всё, я пошел. Я тоже пошел. Да, это порт, так что не удивляйтесь. Да, тут даже сохраниться нельзя. Тут если мы подохнем, то все, снова с карты начинать надо. Заново. Так, включаем, что-то надо включить. А можешь показать, я сейчас могу... Осторожно. Не, подожди, можно посмотреть, что посмотри. У тебя? Посмотри. Вау. У тебя такой коридор. Мир. Ладно, переключай осторожно только. Все, я пошел. Так, я включил рычаг. О! Можешь, кстати, с моей стороны посмотреть, что я делаю? Сейчас, тихо. Сейчас. А, ты тащишь кристалл, круто. Да. А я кнопку сейчас нажму. Опа. Чуть. Еще рано. А я кнопку нажал все равно. Я сейчас буду кристалл вставать. Все идет по плану. Все отлично. Что-то застряло опять. А застряла эта фигня. В ком что застряло? Застряло. Вот смотри, как она застряла. Вот это застряло. Это надо было лучше эти механизмы проверять. А что они там? Нифига застряло, блин. Аккуратнее надо было эти. Смазать надо было, чтобы не застревало. Полезный совет. Так. Долго оно так будет, мужики? А ты подтолкни там, не? Я не могу ничего сделать. О, пошло. Какие-то эти... Электричество пошло. Ух ты, ничего себе. Зажглись. Можно посмотреть? Смотри. Вау. А у тебя дверь открылась какая-то. А, все, мне пора на выход. Давай. Вау, какая-то хрень по потолку, юла какая-то ползает. Механизмы. О! Миха! А, ты где? О, здорово! Что там происходит у тебя? Опля. А, тебе монтировочку тоже дали, а мне еще давно дали. Ой, подожди. А прикольно так будет иногда наблюдать так вот. Ну да. Какие-то интересные моменты только. О, сейчас будет моё... А, нет. It's not to the cow. No. Ух, ё. Взрывы идут. Ух, ё. Ух, ё. Ё! Вот эта озвучка просто, озвучка супер. Ой. Черный экран. It's вот not, и все. It's not general. No! А все, загрузка идет. Новая карта. О!
Музыка как на... А какого фига я появился Ой. Наверху? Подожди, не понял. Во, вот так вот должно да. быть. Так. Ух, ё. Фримон сейчас гуляет где-то. Музыка как побег из, из тюряги в Jailbreak в этом. У тебя музыка есть? Не. А. Блин, тихо. Тут Friendly Fire есть, осторожно, не забыл. Вот тут музыку бы прикольно было вставить. Какую-то загадочную бы вставить такую. Я, наверное, буду иногда вставлять из Half-Life. А может тоже вставить, блин, не знаю. Я ставлю из Half-Life 1. Опа. А то пока никакой нету. Так, офигеть, они 90... У меня хэдкрафт 5 хп снимает, прикинь. Офигеть, убей его. Мне пистолет. Собака, собака. Есть, я ее забил. А у меня пистолета нету. Там нет еще одного? Может заспауниться? Ну, ты костюм не взял, кстати. Ладно, я себе взял его. Бери. Нет, пистолет что-то нету. Чего они говорят? Там слишком опасно что-то. Скотина. Так. А, Миха, пистолет! У меня же 100 хп, блин. Я думаю, что-то ничего не прибавляется. Чего они все Тихо! Повторяют? Повторяют. Я не понимаю, что они говорят вообще. Может зависло что-то? Ну ладно, что поделаешь. О, так, пропало. Вроде перестали говорить, да? Надо сюда, походу. Сюда музыки не хватает. Сзади, сзади! Ё! Вау, вот. О, смотрим. Подожди, меня-то пусти. Ё! Врач, врач, ты что делаешь-то? Беги, врач. Всё, ему жопа. А мы никак помочь не сможем, смотри. Блин, всё, им жопа. Как... О, ё-моё! Нифига себе на кусочки! Вообще просто. Ты смотри, сколько их там, и чё, мы к ним сейчас пойдем что ли? Их там дофига. Да чё мне... Так. Двери закрывать теперь там. Бери обойму. Сзади! Блин! Отходи, отходи! Нормально всё. А, мне меньше хп. У меня 96 вообще. 53. Жизня, я возьму. Лечись, лечись! Сзади, сзади лечилка. Есть. Отлично. Ой! Ладно. Я полечусь. Я костюм взял себе весь. Да ладно. Мне главное хп. Ой. Давай себе на сотку. Давай. А меня не хватило на сотку, ладно. Тихо! Аккуратнее надо немножечко. Мы обстреливание выключили, кстати. Я в тебя не попал? Не-а. Я хотел лазер включить, как будто. Это как в Open Force, думал, лазер тут есть. Проходим, быстро проходим. Так, так, так. Сзади, ой! Да, тут музыки вообще не хватает. Да, музыки нет, к сожалению. А и фонарик, почему фонарика нет? Не понял. Это что такое? Миха? На! Меня заперли. А все. О, мужики, здорово. Так. Лифт. А, вот это тот самый лифт, который ты попал и не мог выйти или вышел. О, заходим. Так, все, ладно, выходим. Заходим, выходим. Поехали. Ждем его. Куда без него? А, он сами должен поехать. Да. Выходи. О. О, заходи, Ох, заходи блин. Быстро, быстро. Какой ты быстрый, а? Катастрофа произошла. Поехали. Не понял. Ой. Задание выполнено. Я думал, все провалили, бля. Кстати, оценку 5 поставили, смотри. Хо-хо. Еще одну карту запишем. Конечно, и, а чё? Знаю, время как-то быстро. Вообще быстро что-то. Вообще быстро. О! А почему в этом лифте? Не знаю. А может карту какую-то просрали там, пропустили, не? Не, мне Когда портировали. Все, наверное, ну, как по порядку, так и будет. Ну да, это по порядку идет, если чё. Ну ты, ну Мило бежит, правда? Фига себе, он побежал. Смотри, тут коробки, подожди, коробки-то. А, коробки, точно. Разбиваем коробки, там иначе что-то важное лежит, бывает. Костюм. О, у меня так, полностью костюм. У меня тоже полностью. О, это вообще круто, кстати, сделали. Так, а что там? Подожди, что там? А в двери? А тут, стой, а здесь что? Дверь закрыта там. Это не разбивается, по-моему. Жаль. Пойдем к нему, там закрыта дверь другая. Опять лифт? А... Как его? Окей, пойдем. Да чё ж такое-то?
Возможно, вы сможете спустить рейд оттуда. Вы должны пробраться через запасную зону. Проберемся. Думаю, вам не следует напоминать, что защитный костюм сохранит вас от опасности, но думаю, будет более безопасно. А что тут написано? Вот тут вообще очень понятный шрифт. Так, такое качество прикольное, не ошибись, да? Открывай дверь. Давай. Давай. О. А, учебное испытание. Как в этом? Пошли. А нам туда, да? О, отлично. О, смотри, смотри. О, это же ты. Это ты, не? Это ты. А ты тоже такой же. Ты такой же. И ты такой же. Серьезно? Зашибись. Поехали, в общем. А почему второй не прошли тест? Тихо, сзади хатрап. Где-то. Вон он около тебя. Кусает. Еще один даже. Тише, тише, тише. Ох, ёханый. Ой, блин. Так, я понял, как тут пройти. Надо аккуратней. Тише. Тут пистолет. Сзади зомби. Отлично. Все горит. Так, не, туда не иди, туда а не иди. А как тут тоже все закрыто? Я понял, как идти. Смотри. Так, подожди. А, понял. Ух, я чуть бы не упал. Сейчас. Тише, 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 тише. Главное, ни на что не упади, иначе задание провалит. Заново все, заново. Просто да-да-да. Заново. Это жесть. Тихо, тихо. Кусается он. Сильно. О! Давай посмотрим. Давай. Поехали. Опа. Хэдкраб! Тихо. А что-то урон не нанес. Нам сюда. Он жив. На. А я его убил. А, да? Я его издалека убил, я его заметил. Сюда. Идет. А тут эта профессура же стояла, смотрела на нас, по-моему. Клавиши мыши нажимаешь, там вообще жесть. Он быстро стреляет. А куда нам идти? Стоп, куда нам идти? Да в дверь, наверное. Вот там лестница, тут? Лестница там. А что тут тогда? Не знаю, подожди. А давай посмотрим. А куда ты? Так, смотри. Ну, понятно. Заперто? Так, пошли тогда. Ну, дверь. Тихо, опасно. Надо не упасть. Не люблю лестницы. Вот вообще, это жесть. Особенно в первом Half-Life, блин. Ай, хэдкраб. Тихо. Стоп, ХП. Тут, наверное, специально для лестницы поставили. Не забывай. О! Лечилка, наверное, специально для лестницы, если кто-то упал. Миха, энергия. У меня 100 вообще. Я ни разу не это, ничего не потратил. Кнопка. Не-не-не! Назад! Ты выжил? Я зажал, у меня кнопка закрыла. Во, блин. А-а-а, там турели можно отключать. Ой, блин, надо их расстреливать, наверное. А, о, она убилась, готова. Так, отходи, давай я. Готова. Там где-то еще одна. Отходи, мне 80 хп уже. У меня 82. Нормально, я всех разбил там. Пойдем полечимся. А, пошли полечимся. Там есть лечилка. Да, откройся. Так, я немножко. Оп. Да полностью лечись. А, давай. Оп. Ну чё? Кстати, аптечка прикольно сделана, да, такая? Да. Не повезло охраннику. Сюда пошли. Вот эта дверь. Большая. Обойма. Да, музыки вообще не хватает. Ой, вортигонт. Тихо. Музыки вообще не хватает. Да, можно добавить музычку какую-нибудь. Ду-д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 у. Ух, ё! А, помнишь? Вот это я помню. А, ой, блин. Кто будет стрелять, кто будет этих монстров убивать? Надо распределиться. Так. И то будем делать. Давай. Тут очень опасный момент, кстати. Тут их будет очень много. Так. 2, 1. Где? Мишень. О, полезла. Да блин, я промахнулся. Опа. Так. Да блин.
Следующий, вижу. Вон лезет. А сзади можно, да? Опа, сзади. Нормально, у меня патроны кончаются. Охренеть. Где еще одна? А, вижу. Так, отлично. Сзади можно. Ах ты сволочь. Я его убью. Так. И? Вижу. Блин, а в обучении автомат давали тут, по-моему. Блин, так темно, ничего не видно. А почему фонарика нет? Что-то я не понял. Да. Надо потом в управление глянуть. Тут вообще же нереально ничего не видно. Ой, подожди, это я не туда нажал. Сейчас. Так, мы правильно поменялись, надеюсь? Да. Я поменял снова потом. О, второй. А-а-а! А, тут надо кому-то идти, а кому-то делать. Тут же коп, типа. Иди. Так, я пошёл. Нет! Потянул назад. Давай ещё раз. О, отлично. Быстро. Всё, я. Так, сейчас. Тут очень вроде опасно будет сейчас. Ну, давай. Так, я открыл. Дробовик! Так. Дробовик? Да, там дробовик лежит. Я жду. И чё? Отойди. Открой мне дверь. Да что? Чё с дверью? Меня просто тянет. О, отлично. Отлично. Поехали. На! Пошло дело, дробовик, это хорошо. На! Так, продолжаем. У меня почему-то камера остановилась внезапно, пришлось перезапустить. Не пойму, в чем дело было. А, окей. Все, я снова запустил. Ладно, пошли? Пойдем. Ой, блин! Давай вместе. Подожди, тут надо очень аккуратно быть. Тихо. Давай, нажимай. Так. Да тут, понимаешь, тут храбы надо лезут. Тогда пока пистолет беру. Потом вратил. А, отлично. Что-то они около меня все время вылазят. Ах ты. Возьму монтировку пока. Нажимай. Сейчас, да блин. Миха. Да отвлекают, чё. Все? Все получается. Пошли наверх. Тихо, аккуратно. Вот тут надо аккуратно быть, сейчас, подожди. Беру дробаш. Вон, тут, подожди, а, стой, что тут? Вон, тише. Сюда. Тише, тихо. О. О. Блин. What the fuck? Чё с ней? Она полетела. Ой. Сзади, вверху, турель, вверху. Нифига себе. У меня же 20 хп сняло. А, чувак, ты жив? Я думал, это от тебя крови столько. Это от нас, это от меня точнее. Лечись. Сзади, ой, турель. Отлично. Я лечусь. У меня 100 хп. Да, музыки тут явно не хватает. Обидно. Ай, полез. Одно. Пистолет беру лучше. А, мы уже заканчиваем, так, получается. Тихо. Главное, не стой. Выходи. Тихо. Выходи оттуда. Залезь на эту вагонетку, может, она поедет. Пожалуйста. Я застрял. Да ёпарасоте. Я застрял просто, если... Прикинь, уровень закончился. Ну что ж, я думаю, пора закончить... эту серию. Да, с вами был Саня, Миха, надеюсь, вам понравилось. Пишите комментарии. Нравится... О, мой любимый уровень! Мой тоже. Он сейчас начнется. На тебе. А его убить нельзя? Он этот непробиваемый. Железный человек какой-то. Пойдем. А, ну, нет, даже продолжим. Это закончим, да, закончим. Продолжим в следующей серии. Да. Ой! Он пошел! Посмертно! Смотри, он пошел, помешал! Расстрел! Всем пока! Всем пока!